Доброго дня! Давайте сегодня вас познакомлю с кислородными миксами, расскажу, в чем же принципиальное отличие между ними, ну и вообще расскажу, что это такое. Кислородный микс – это смесь высокоочищенного кислорода с различными инертными благородными газами. Каждый по-своему имеет уникальный эффект, и именно про это я вам расскажу. Первый – это Active Mix. Здесь у нас 10% газа криптона и 90% высокоочищенного кислорода. Что же здесь происходит? Происходит стабилизация мембран нервных клеток. И в первую очередь Active Mix воздействует на наш головной мозг, на нашу нервную систему, он ее стабилизирует. Для чего он нужен? Он нужен для тех, у кого имеется состояние депрессии, тревожности, у кого повышенная нагрузка на нервную систему, нарушение сна, кто поправляется после перенесенных заболеваний и различных состояний. При мигрениях уменьшается проявление головных болей, что опять-таки имеет очень положительный эффект. Поэтому, если вам предстоит какое-то важное мероприятие, тревожная встреча, применение, регулярное применение Active Mix позволит бороться с тревожностью и улучшить ваше состояние, сделать вас спокойнее. Далее Detox Mix. Здесь у нас 10% гелия и 90% высокоочищенного кислорода. Гелий обладает более ламинарным потоком по сравнению с другими газами. Он легче проникает в хитросплетение нашей дыхательной системы, соответственно, оказывает меньшую на нее нагрузку. Отсюда понятно, что если мы перенесли какое-то заболевание, особенно связанное с нашей дыхательной системой, то гелий позволяет меньше тратить энергии на дыхание, он облегчает именно сам процесс дыхания. Ну, кроме того, он участвует в процессах детоксикации, он позволяет, скажем так, в кавычках, выдыхать токсины, очищать организм. Облегчает дыхание, очищает организм. Спортмикс. Спортмикс – это 95% высокоочищенного кислорода G и 5% углекислого газа, то есть это карбоген. Что понятно из названия, в первую очередь он полезен тем, кто занимается спортом, испытывает повышенные физические нагрузки. Через то, что карбоген раздражает дыхательный центр, организм потребляет больше кислорода, использует его эффективнее, происходит еще и расширение сосудистого русла, и наши ткани лучше оксигенируются. Поэтому, если вы занимаетесь спортом, дыхание спортмиксом до тренировок, во время них и после улучшает физические показатели, снимает усталость, улучшает самочувствие организма. Если у вас спорта в жизни немного, либо практически нет, но у вас просто малоподвижный образ жизни, если вы, скажем так, хуже переносите физические нагрузки, у вас снижена толерантность к физическим нагрузкам, то применение спортмикса позволяет опять-таки чувствовать себя комфортнее, выполнять больше работы и чувствовать себя лучше. Это очень важно в нашей жизни. Далее идет Life Mix, где у нас 99,5% высокоочищенного кислорода. Сам по себе кислород – это основной компонент нашего с вами метаболизма, компонент нашей жизнедеятельности. Поэтому дополнительная его дотация всегда полезна. И надо понимать, что не всех есть, к сожалению, возможность погулять по лесу, нормально подышать, провести достаточное время на свежем воздухе, чтобы оксигенировать организм. И вот именно компактный объем Life Mix позволяет восполнить эти недостатки нашей жизни. Вот, выбирайте правильный микс в зависимости от того, в каких обстоятельствах вы оказались. Если у вас есть проблемы, и, скажем так, с тревожностью, со сном или повышенной нагрузкой на головной мозг, то это Active Mix. Если у вас есть нарушение дыхания, если вы перенесли какие-то заболевания, которые поражают дыхательную систему, либо осуществляете детоксикацию организма, то это Detox Mix. Если в вашей жизни присутствует много спорта, либо физическая нагрузка доставляет для вас какие-то трудности, то это спорт-микс. Ну и, соответственно, лайф-микс – это смесь, точнее, это высокоочищенный кислород, который просто улучшает самочувствие, улучшает сопротивляемость организма, позволяет нам с вами полноценно оксигенироваться и нормально существовать. Не забывайте о профилактике, занимайтесь спортом, дышите правильно. До новых встреч!